Яркий оригинальный подарок своим мамам сделали юные художники. В детской художественной студии «Начало», которая уже несколько десятилетий работает при художественном музее, открылась выставка. Среди работ, которые показали ребятам, много красочных и забавных сюжетов. Помимо портретов мам, семейных портретов, на выставке то, что хотели подарить дети своим мамам. Цветочные букеты, эскизы тканей, дизайн одежды. Первая весенняя выставка в студии «Начало» всегда отличается красочностью и теплотой. Здесь мы как бы совпадаем с ритмом природы. В феврале у нас всегда зима, в феврале у нас всегда белая бумага. Особая выставка, потому что там нет ничего цветного, там все белое. И потом на контрасте очень хорошо воспринимается как-то ощущение. И мы вместе с природой вот оживаем и ждем этой яркости света, и получается вот такой эффект, радостный очень. Малыши, те, которые четырехлетки, первый год учатся, им вообще удивительно, они как еще не привыкнут, что их работы можно выставлять и смотреть. Иногда даже не узнают свои работы, оформленные и повешенные на стенд, на выставку. Вот очень много приходит зрителей случайных и получает огромное удовольствие, оставляет записи нам, что вот пришли, попали в какой-то особый мир.